В этот день в Андреевском соборе Кронштадта шла обычная литургия. Как всегда во время богослужений отца Иоанна Кронштадтского храм был полон. Вот служба закончилась, и толпы народа, приехавшие со всей России, двинулись, чтобы получить благословение знаменитого пастыря. А он, вдруг увидев кого-то в толпе, сказал: «Православные, расступитесь!» Толпа заколыхалась, раздвинулась, и все увидели маленькую девушку лет 15 в скромной крестьянской одежде. Девушка была слепа. «Матронушка, иди, иди сюда!» — позвал отец Иоанн. «Вот идет моя смена, восьмой столб России!» На своих святых, как на столпах, стояла Русь всегда. Но надвигались иные времена. Святой праведный Иоанн Кронштадтский не раз пророчески предупреждал о грядущих потрясениях. В кипении страстей, в горниле бед, Россия, ты себя не узнавала. Еще сиял твой негасимый свет, горел, как купина, и ты в огне сгорал. Может быть, тогда в храме великому пастырю открылось, что России нужны будут не гиганты духа, а вот такие простые и чистые души, как Матронушка. В 20 веке они будут духовной опорой России. 1881 год. В этот год совершилось небывалое прежде на Руси. Руками террористов убит был помазанник Божий, царь Александр II. Страна содрогнулась от ужаса. Это был знак, первый знак новой эпохи, перевернувший страну. И в том же году, в самом сердце России, в селе Себино Епифановского уезда Тульской губернии, совсем недалеко от знаменитого Куликова поля, появилась на свет девочка, которой суждено будет прославить эти места. Родилась она в семье простых бедных крестьян Натальи и Дмитрия Никоновых и при крещении получила имя Матрона в честь преподобной Матроны Константинопольской. Бедность семьи, в которой уже росло трое детей, была такова, что родители собирались отдать новорожденное дитя в приют. Но незадолго до родов матери снится странный сон. Чудесная белая птица прилетела к ней в дом. Глаза у птицы были закрыты. Когда же родилась слепая девочка, то мать поняла, что сон ее был вещий, и оставила дочь у себя. Дом Никоновых находился совсем недалеко от сельского храма, куда вся семья обычно ходила в воскресенье и праздничные дни. Здесь 22 ноября 1881 года и крестили Матрону. Во время таинства, когда священник окунул ребенка в купель, все присутствующие вдруг увидели над купелью столб благоуханного легкого дыма или пара. Это так поразило батюшку, что он сказал: «Я много крестил, но такое вижу впервые. Этот младенец будет свят». Так вот, как раз Блаженная Матронушка есть образ того слепорожденного, которого Господь встретил во время своей земной жизни. Именно она, как евангельский слепорожденный, была
скажем, послана в то время, как и в то время, когда слепота духовная на очи Израиля упала, и он не увидел Сына Божия, а распял его. Также в это время, когда распиналась церковь, была она послана на землю слепорожденная, которая своей духовной мудростью укрепила многих и как раз засвидетельствовала слепоту мира. С самого раннего детства Матронушка полюбила храм, запах ладана и воска, красоту церковных служб, которые она постепенно запомнила почти наизусть. Односельчане уже привыкли всегда видеть ее в храме, неподвижно стоящую у стены и тихо подпевающую хору. Иногда ночью дома родные заставали девочку в красном углу у икон, как будто тихо беседующую о чем-то с образами. Из-за своей слепоты Матрона росла без общества сверстников, без детских игр. Часто дети дразнили ее и даже обижали, ведь она была так не похожа на других. Утешая, мать жалела ее: «Бедное мое дитятко, несчастное». Но Матрона ей на это отвечала: «Нет, мама, нет. Это они несчастные, а я счастливая». Счастье. Мы говорим о нем, призываем его, ищем, заклинаем. Вся жизнь уходит на то, чтобы понять, где, в чем оно, твое счастье. Но избранным душам это открывается просто, без усилий. Через великое страдание, которое они смиренно принимают. Вот недавно скончался отец Сан-Крестьянки. Замечательный старец, удивительный, светлый. У него есть замечательное слово о страдании. Он говорит, что если ты страдаешь телесно, душевно, помни, что все страдает, все мучаются, и телесное, и душевное горе. Страдания нам не избежать. Естественно, желать, чтобы они были не слишком велики. Надо учиться страдать достойно и одухотворенно. В этом тайна бытия. Если мы обратим внимание, то заметим, что больше в жизни страдают лучшие люди. Если ты страдаешь, значит, тебе позволено страдать. Ибо страдание очищает человека, возвышает его дух, пробуждает его дух, укрепляет его волю. Да вот в обычной жизни мы это ведь вынуждены признавать, куда ты туда денешься? За одного битого, говорит, двух небитых дают. То есть страдание, как говорит отец Иоанн, без страдания нет ни истинной любви, ни подлинного счастья. Все, кто ее окружал, очень рано стали замечать, что Бог наградил Матрону необычайными дарами. Она предвидела то, что должно случиться, умела простыми словами утешить. По ее молитве люди получали исцеление от недугов и потянулись к бедной избе Никоновых под водой. Телеги с больными и недужными шли и ехали жители окрестных деревень и сел, всего уезда и даже губернии. Народ поверил слепой девочке. Так случилось с одним человеком из соседней деревни, потерявшим способность ходить. «Пусть он завтра идет ко мне», — сказала Матрона. «Не может идти, пусть ползет». И он дополз, преодолев за несколько часов 4 километра, а от Матроны ушел уже на своих ногах. «Не я исцеляю, а Бог», — всегда говорила она.
однажды из села Устья привезла к Матроне парализованного брата молодая благочестивая женщина. Тот не верил в благодатные способности Матронушки. Ну кто она такая? И что она может? Блаженная, несмотря ни на что, помогла ему. И когда больной выздоровел, сказала: «Благодари сестру, ее вера тебя исцелила». Но в самом народе все меньше оставалось неповрежденной, незамутненной веры. В эти годы, в начале 20 века, душа русского человека томилась, искушаемая сатанинским соблазном, здесь, на этой земле, воздвигнуть Царствие Божие. И многие поддались этому искушению. Для них наступила самая страшная – смерть духовная. Еще задолго до революции, предчувствуя надвигающуюся катастрофу, Матронушка для храма в своем селе попросила написать икону с удивительным названием «Взыскание погибших». Этому образу молились люди из самой пропасти греха, те, кто уже больше ниоткуда не ждал спасения. Деньги на икону собирали всем миром и заказали ее одному художнику из Епифании. Через несколько месяцев живописец признался, что у него ничего не получается. И тогда Матронушка открыла ему, что на совести у него один нераскаянный грех, в котором он должен покаяться. Потрясенный художник покаялся, и икона была написана. Образ несли до Себина как драгоценную реликвию. И все это время Матронушка ждала его и описывала всем присутствующим каждый поворот пути, как будто она сама шла по этим лесным тропинкам. Я как-то говорю: «Матушка, как плохо, что вы не видите, какая земля и какой мир». А она: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и все творение свое». Огромная крестьянская Россия со всем своим неповторимым миром уже рушилась, уходила навсегда. Революция, гражданская война. К Матроне, с 17 лет переставшей ходить, у нее внезапно отнялись ноги, продолжали идти и ехать люди. Но перемены докатились и до Себина. И в 1925 году она переезжает в Москву. И началась для Матронушки жизнь, полная скитаний, бесприютности и постоянной тревоги. Ведь ее могли в любой момент арестовать, выслать, расстрелять. Москва тех лет была странным, фантастическим городом. Сквозь вылезающее новое еще проглядывали черты Москвы старой, белокаменной. Эту белокаменную и полюбила Матрона глубоко и навсегда. «Это святой город, сердце России», — говорила она. Где только она не жила за четверть века своей московской жизни. Но куда бы ее, беспомощную и слабую, не перевозили, по каким бы углам она ни ютилась Христа ради, всюду находило ее людское горе, которого было так много тогда, что казалось и не вычерпать это бездонное море, ведь всю Россию сотрясало тогда безумие безбожие. Остановить это беснование могла только молитва. Я как-то спросила матушку:
Как же Господь допустил столько храмов закрыть и разрушить? А матушка отвечала: на все воля Божия. Храмов стало мало, потому что верующих станет мало, и служить будет некому. Почему же никто не борется? А она: народ под гипнозом, сам не свой. Страшная сила вступила в действие. Люди беззащитны, потому что не носят крестов, не молятся. Что же это за силы? Бесы. Каждый святой есть человек своего времени и есть носитель духовной энергии народа того или иного времени. И вот точно так же блаженная Матрона, как она по-церковному официально называется, она, конечно, должна рассматриваться именно в контексте того духовного подъема нашего народа, который связан был с испытаниями в Великой Отечественной войне и в великой победе нашего народа в Великой Отечественной войне. То есть, действительно, точно так же, как преподобный Сергий был духовным вождем и молитвенником о русской победе на Куликовом поле, хотя бы даже историки такие с юридической точностью доказали бы, что никак он не связан был с Куликовской битвой. Точно так же, как когда преподобный Серафим Саровский молился «Тысячу ночей на камне», то, опять-таки, сколько бы нам ни пытались уточнить, в какие именно годы это происходило, но это происходило именно тогда, когда Суворов со своими чудо-богатырями прорывался через Альпы, когда в Москве на праздник Вознесения Господня родился Пушкин. Вот в это же время преподобный Серафим молился на камне. Это единый организм духовно-молитвенной жизни народа, духовно-молитвенной жизни Русской Православной Церкви. Точно так же в 1941-45 году все сливалось воедино. Энергия народа, который сопротивлялся вражескому нашествию, энергия и мудрость руководителей, которые руководили этим сопротивлением, энергия и мужество тех солдат и офицеров, которые проливали свою кровь в окопах, и энергия и благоговение тех деятелей Русской Православной Церкви, которые в это время совершали бескровную жертву в храмах и монастырях, или которые тайно молились, как блаженная Матрона, об одолении русского оружия, о победе нашего народа. Народные легенды о том, что ждал или не ждал Сталин совета мудрой Матроны сдавать или не сдавать Москву. Для меня это десятое дело. На самом деле это все сливается в одно. Общий порыв и общий прорыв народной духовной энергии, вот он тут как бы соединен. Никто же ведь не может сказать, почему Гитлер напал на Советский Союз 22 июня, именно в праздник всех святых в земле российской просиявших. Да никогда Гитлер не сверялся, конечно, со святцами Русской Православной Церкви. Да, наверное, и Сталин, и Жуков не сверялись со святцами, когда начинали наступление под Москвой 6 декабря, то есть 23 ноября церковного стиля, в праздник святого Александра Невского. Но так совпало, вот Александр Невский отбрасывает немцев от Москвы. Матронушке было открыто, что битва, кровавая и жестокая, идет за само существование России, русского народа. Поэтому так горяча была ее молитва. В самые страшные, отчаянные дни первых месяцев войны она повторяла: «Враг нас не одолеет».
три города. Один почти брошенный, Москва. Был довольно беззащитный во время 41-42, начала, с конца 41 года. Отрезанный Ленинград. Пятачок Сталинграда, так называемый. Каким образом они остались целы? В одном Серафим Вырицкий, в другом Блаженный Матрона, но в Сталинграде, ну, пока еще, милости Божьей, жива, отец Кирилл Павлов, Иван Павлов Кирилл. Да и мы еще, кого еще, мы еще и не знаем. Во время войны Матронушка жила у Ждановых на Арбате. Каждый, кто входил к ней в комнату, видел маленькую женщину в темном платье, с миниатюрными, удивительно мягкими руками, сидящую на кровати. Лицо с закрытыми глазами необыкновенно чуткое, как будто она действительно видит нечто, скрытое от наших глаз. Она почти никогда не спала, а так дремала на кулачке. Только одному Богу была известна вся глубина ее безмолвного страдания, ее одиночества. Матушка Матрона всю жизнь боролась за каждую приходящую к ней душу и одерживала победу. Она никогда не сетовала, не жаловалась на трудности своего подвига. Не могу себе простить, что ни разу не пожалела матушку, хотя видела, как ей трудно, как она болела за каждого из нас. Свет тех дней до сих пор согревает меня. В доме перед образами теплились лампады. Любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме были святость, покой, радость, благодатное тепло. Шла война, а мы жили как на небе. Война закончилась, но жизнь Матронушки была все та же. Переезды, углы и бесконечный человеческий поток. И она никому не отказывала. Наверное, только людей к ней стало приходить больше, а сил у нее оставалось меньше. В 1946 году я должна была защищать дипломный проект. Я тогда училась в архитектурном институте в Москве. Мой руководитель ни разу не проконсультировал меня, решив завалить диплом. За две недели до защиты он объявил мне: «Завтра придет комиссия и утвердит несостоятельность вашей работы». Я пришла домой вся в слезах. Отец в тюрьме, мама на моем иждивении. Одна надежда была защититься и работать. Матушка выслушала меня и говорит: «Ничего, ничего, защитишься. Вот вечером будем пить чай, поговорим». Я еле-еле дождалась вечера. И вот матушка говорит: «Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим. Посмотрим творение великих мастеров». И начала перечислять улицы, здания. Остановилась. «Вот палаццо Питти. Вот другой дворец с арками. Сделай так же, как и там. Три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда». Я была потрясена. Утром прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В 10 часов прибыла комиссия. Посмотрели мою работу и говорят: «А что? Ведь проект получился, отлично выглядит, защищайтесь». Такие люди очень часто мало-мало приметные, иногда преследуемые своими соотечественниками, такими же людьми, как и они, иногда очень непонимаемые, но они составляют особый мир, особую общность, цивилизацию, Царствие Божие, пришедшее в силе здесь, на земле. И когда люди, церковь,
для себя определяет, что вот такой вот человек, это человек Божий, живет в Царстве Небесном, ходя здесь у нас по земле, такой человек оценивается народом Божиим, Церковью, как человек святой, даже иногда при жизни. Это не обязательно должен быть священник, как блаженная Матрона. Естественно, она не была ни монахиней, ни священником. Но люди безошибочно увидели в ней иного совершенно святого человека, человека, который знает Бога, который слышит Бога, и Бог слышит его. И поэтому-то к блаженной Матроне и при жизни, и после ее жизни приходило множество людей, которые понимали, что у нее и от нее они могут получить самое главное – путь к познанию Бога, а второстепенное – это решение своих множество житейских проблем. Как не выжигали из души русского человека память о Святой Руси, она осталась в ней, пусть потаенно, в самой глубине. Матронушка была душой народа, его памятью. О ней молились монахи Троицы Сергиевой Лавры, ее почитали многие священники. Блаженная старица до самого конца несла крест своего служения. 2 мая 1952 года она скончалась. Отпевали ее 4 мая в неделю жен мироносец в храме расположения на Донской улице при большом стечении народа. Похоронили Матронушку на Даниловском кладбище. После моей смерти ко мне на могилку мало кто будет ходить, только близкие. А когда они умрут, то и запустеет могилка. Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своей горести и с просьбами помолиться за них ко Господу. И я всем буду помогать и всех услышу. Я пришел на кладбище Даниловское. Вот. И пришел в воскресенье, пришел. Была большая очередь. Все ждали. Помолиться Матроне. И я это тоже стал, помолился. И когда моя очередь пришла, я поклонился на коленях Матронушке, чтобы получилась моя икона, ее икона, Матроны. Вот. И я сделал эту, и вот здесь вот видна икона, блаженная Матрона. Она еще не святая была, представляете? Вот здесь написано. После этого я сделал Матрону в 3 дня. 8 марта 1998 года совершилось событие, которого ждал народ. Мощи Матронушки были перенесены с Даниловского кладбища в Покровский женский монастырь. Здесь отныне они и будут покоиться. А через год, 2 мая 1999 года, состоялось церковное прославление блаженной старицы. А ее канонизацией объявляет святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий. Настоящим определяем первое причислить к лику праведных для местного церковного почитания в городе Москве и Московской епархии старицу блаженную
Матрону Московскую. У древней столицы появилась новая святая. Как тут не вспомнить слова самой Матронушки? Я московская, я всегда здесь буду. Вот сейчас после ее такой канонизации, значит, естественно, пишутся иконы ее. Вот. Икон ее написано уже достаточно много. И они очень разные иконы. Разные в смысле, ну вот, самой трактовки образа, в смысле такого отношения к этому образу. Вот. И, ну, во-первых, изобразить святого, а без глаз незрячего, таких икон не было. Все-таки, так сказать, лик и взор, и взгляд на иконе – это как бы это основное средоточие духовное. А тут вот нету глаз. Вот как подойти к этому, вот к этому факту? Мне кажется, что время покажет, как это должно быть. Потому что иконография, она сразу не рождается. Иконография складывается постепенно, она складывается, так сказать, десятилетиями, веками иногда. Что касается вот Матронушки Блаженной, ее уже так много вариантов есть, ее написания, ее образа. Вот. Ну, вот в частности, вот эта замечательная, в общем, икона, которая вот стоит тут передо мной, шитая икона, не ручное шитье, это качество. Здесь вот, с одной стороны, вот она в таком аскетическом довольно таком одеянии, облачении. Вот. Но, тем не менее, сзади нее изображена Москва, храмы. Каждый храм – это образ рая, изображение на фоне вот таких храмов говорит о том, что вот она находится в каком-то таком особом блаженном райском состоянии. Вот. Но вот есть и более откровенные изображения. Вот у меня вот в руках есть такие вот такое вот изображение, вот две вот таких вот разные иконочки. Но вот она тоже в таком, в общем, простом своем таком платье, сидящая в такой своей вот этой избушке простой, бревенчатой. Но, тем не менее, перед ней вот это лоскутное одеяльце такое народное на коленях у нее лежит. И мне кажется, что вот это очень такая хорошая находка. Вот это одеяльце, оно подчеркивает ее происхождение такого крестьянского и ее почитание народного. И вместе с тем народной такой вот нарядности, красоты, которая вот живет в народном сознании. Еще одна икона, еще одно изображение, один образ Блаженной Матронушки. Ну вот тут вот еще есть один как бы аспект. Такой молитвенной позой перед Богом, ее такому вот умилительному, умиленному состоянию, выраженному вот этим, в этом движении. Еще одно уже более, так сказать, так вот откровенное изображение, эта икона написана, она находится в Сретенском монастыре. Вот это вот ее репродукция такая небольшая. Вот, когда просто она уже в таком вот райском наряде. Она как бы на некоем облаке райской тверди такой вот небесной. Вот, мне кажется, такое ее изображение тоже вполне возможно. Вот. Ну, что будет временем отобрано, что как бы сознанием
народа верующего, что будет принято с большей, так сказать, охотой, с большим доверием. Вот. Ну, это покажет время. Мощи блаженной Матроны – главная святыня Покровского монастыря. Они как магнит притягивают сюда православный народ. Тех, кому всю свою жизнь помогала Матронушка. И продолжает помогать сейчас. Слава тебе, Боже, на славу тебе! Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородице, спаси нас! Я третий раз сюда пришел вообще. Почему вы сюда ходите уже в третий раз? Очередь, ну, знаете, такая. Ну, первый раз, когда я пришел, не знаю, как-то после этого лучше становится. Второй. У меня вот сейчас иконка, если она со мной, вот, например, в Чечне была, прошла. Мне кажется, так, в принципе, и помогла, и защитила. Пресвятая Богородица, спаси нас! Да, мне стыдно, я первый раз пришел. А в чем стыдно? Потому что наслышан очень чудесной помощи блаженной матушки и множество у меня знакомых, которым она помогала. И все никак не находил времени, только сейчас решил. Потребность нашего времени — это святость. И во все времена эта потребность была на первом месте. Без святынь, без духовных ценностей человек удаляется от Бога, как сказал Достоевский, превращается или в зверь, или в скотину. Поэтому вот это явление, и точнее здесь житие святых на этой земле, это есть то, о чем сказал апостол Павел. Подобнее мне бывает, я ужас Христу. То, что нам дано для подражания, чему подобляться в этой жизни, что мы можем как-то понять, как-то ощутить. В отношении блаженной Матронушки тут настолько высокий пример, что уже, кажется, выше-то и быть не может. Святые России – столпы ее. Это наша связь с миром небесным, с Богом. На своей родной Тульской земле Матрона Московская почитается не меньше, чем в Первопрестольной. Может быть, только ее памятью и стоит пока еще на свете село Себино. Стоит хотя бы потому, что каждый год стекается сюда народ почтить свою святую. Сегодня в нашем крестном ходе вместе с нами, незримо нашими очами телесными, но осязаемо другими нашими чувствами, и сама блаженная Матушка Матрона, потому что в образе своем и частицей мощей в этом ковчеге, и святитель Григорий Богослов, и преподобный Феодосий Великий, и преподобный Иларион Великий будут с нами завершать этот крестный ход. И что нам важно понять, что они ведь не своей силою и не сами собою стали такими, какими их почитает Святая Христова Православная Церковь, а потому что они сумели открыть свое сердце и свою жизнь для Бога.
открыли внутри самих себя пространство для действия Бога. И не побоялись того, что вот этой моей свободе будет тесно. Мне не хватит, если Бог будет действовать во мне. И совершилось то, что совершилось. Они стали чудотворцами. Они стали живыми и рукотворенными храмами Божьими. И они способны помогать всем людям, которые ищут благодати и в ней укрепления и защищения. Поэтому, когда мы вместе с ними сейчас будем обходить этот наш храм с пением и молитвенным обращением, будем смотреть не по сторонам, и не на небо, и не на обращение священников, и слушать не то, кто и как поет, а смотреть внутрь самого себя, в свое собственное сердце, вот туда, в глубины своей свободы, и спрашивать, не боюсь ли я эту свою свободу ограничить действием Божественного присутствия во мне. Если боюсь, то тогда буду кричать к ним сильно, помогите мне славу, избавьте меня от этого страха. Дайте мне возможность расшириться, впустить Бога в мою жизнь, чтобы она изменилась, чтобы она стала богоносной, чтобы она стала под настоящей, подлинной жизнью. Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия. А если он не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло? Россия была, есть и будет. Молитесь, просите, кайтесь. Господь нас не оставит и сохранит землю нашу.